Что? Он эту новую анимацию на стилет-то? Новую анимацию? Он летает! Он летает! Мать, может, Чанетка мне показала, что это было? А ну сделай еще раз. У нас получилось! У меня вышло, Новая анимация на коктейль! Что? Посмотрите, он этки горит! Он этки горит! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня покажу вместе с Анеткой. Анетка, поздоровайся. Всем приветик, с вами я, Анетка Конфетка, но не бомжетка, понятно вам? Я вам покажу новые, крутые, секретные анимации на нож стилетто. Анетушка, покажи свой ножик, покажи свою пукалку. Вау, Анетка, я на нее присяду. Также, ребята, прямо сегодня я покажу новую, крутую, секретную анимацию на Молик. И прямо сегодня покажу многое-многое другое, покажу секретную анимацию на Береции. Поэтому, ребятки, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем! Ну а начнем мы, ребята, с анимации на пистолетике. Так, Анетка, давай так. Ты будешь с USP, видишь, вот USP, Анетка, бомжетка. Да, блин, отдай Береции, женщина. Анетка, ну отдай. Анетка, да. Извини, держи. Все, давай, Анетулечка, вот USP. Смотри, давай так. Ты прямо сейчас пробуешь сделать секретную анимацию на USP, а я попробую сделать секретную анимацию на Береции. Ну все, Анетка, бомжетка, на счет три начинаем. Давай начали анимацию перезарядочки. Ля, вот это красота. Давай, анимация перезарядки. Ля, импота какая! Это что? Это мне показалось? Давай еще раз, смотри мою анимацию. Вау! Анетка, посмотри, это красиво смотрится у меня в руках. Офигеть, это не то, что красиво, это то, как ты говоришь, это пушка просто! Это просто пушечка! Не, Анетка, я просто вчера, ты посмотри, это Береция, ля, импота! Я кайфую от этих Береций больше, чем от тебя. Это больше меня! Анетка, ты не наглей, еще маслину дам, ясно? Все, Анетка, давай, прямо сейчас смотрим с тобой секретные анимации. Просто давай. Анимация смотрим. Давай, поехали. Мало ли, вдруг прямо сейчас мы споймаем какую-то новую секретную анимацию. Я знаю, что на USP по-любому есть секретная анимация. Так, смотрим анимацию на Береции. Она, кстати, очень крутая, максимально длинная и реально очень даже прикольная. Аля, вот это кайф, Анетка. А у тебя что там? Мне показалось, или у тебя новая анимация, или мне показалось? Да нет, Анетка, пока что у меня дефолт. Анетка, бомжеветка, ты чё? Ловись керыча в голову, ясно? Давай, Анетка. Анетка, давай, так смотрим, Анетка, так. Смотри. Ты что-то видела? Не. О, подожди, а что это было с анимацией на Береции? А ну как же покрутится в одну сторону, потом во вторую. Это всегда так? А ну-ка, стой, я еще раз хочу посмотреть. Так, вначале крутится в одну сторону. Ага. Да, не-не, это дефолт. Но все равно максимально красивая анимация, братва. Лайк за новую анимацию Береции. И давайте хэштег добавьте новую анимацию. Так, Анетка, окей, давай сделаем анимацию на USP. Все, мы поняли с Береции. Тоже тут пока что дефолтная анимация. Она реально очень прикольная. Ну давай, я прям сейчас хочу взять USP. О, давай. А что ты выбросила? Бомжи. Так я уже проверяла. Так, давай, пробуй. Да там же есть анимация. Давай, пробуй. А ты слишком рано нажимаешь заново смотреть. Я знаю! Давай, раз, два, три! Мы вас развели! Еще раз! Да, Анетка, ты прикалываешься? Ну, Анетка, ты в сосну въехал. Давай еще раз. Раз, два, три! Ой, извини, извини. Не, реально, не зли папочку. Хэштег не зли пепочку и папочку. Давай, у кого из нас первая выйдет секретная анимация, тот и топ. Все, Анетка, давай, садись и делай секретную анимацию. О, смотри! Анетка, ты имба! Это имба у нас вышла! Так, ой, я случайно замочил Анетку. Друг напротив друга садимся. Ля, вот это у тебя ножичек. Мне его подарили, да? Подарили! Анетка, кто подарил? Я тоже хочу, слышишь? Я тоже хочу. Один парень подарил. Парень подарил, слышь, ты перхоть! Так, все, Анетка, смотрим анимацию. Давай, анимация смотрим. Осматрим, мужики. И давайте, ребята, хэштег Анетка-бомжетка. Ну, просто, чтобы Анетка не расслаблялась. Слышишь? Наоборот, хэштег Янпепа. Ля, емпа, братва, какая. Мать моя женщина, вы видели, он тупо летает так в воздухе, Анетка.
Анетка в попе, табуретка, влажная салфетка. Ну, ребят, я вам скажу так, что по поводу Кирголда. Ребят, по поводу Кирголда, как обычно. Нету никакой секретной анимации. Как обычно, разработчики. Вот я купил Кирголд, который стоит 100 тысяч голды. И знаете что? В нем ничего нету. Анетка, что ты опять на коленях? Неплохо. Ну, мне тут нравится. Мне тоже нравится. Ладно, все, давай смотрим. Да хрена мочить, Анетка! Ты тоже говорил! Короче, ребят, как мы поняли, на стиле это все по дефолтику. Сделай анимацию удара, Анетка. Анимация давай. Удара, перхай, давай. Давай, оп. А ну еще раз. Ничего себе, что ты машешь? Смотри, ого! Ля, вот это еба! Как там Анетка прокрутила чисто на двух пальцах? Да ты что? Хэштег Анетка сосиска! И не спрашивай, почему у меня такой хэштег, я сам не знаю. Ну, анимация удара тут только одна, я понимаю, да? Одна или две? Одна, смотри, вот так, типа, рукой, типа, слева-право, да, все. Да, да, ну, да. Это, ребята, хэштег дефолт. А теперь, знаешь, что, Нетка, мы будем проверять? Сейчас будет прям очень интересно. Заходи на рыночек и покупай молик. Покупай, да. Прямо сейчас молик купила. И теперь, давай, прямо сейчас будем пробовать делать анимацию осмотра молика. Давай, ты готов? Давай. Готов анимацию на молик, а ну-ка. Давай. Ой, блин, тикай, отходи. Ты чё? Подожди, а как смотреть молик? Как смотреть молик? Кента, пока откуда у тебя это все? В смысле откуда? Так я же залетел на полдропчик и поднял себе все эти скинчики. А что, Анетка, ты тоже хочешь, да? Да, офигеть. Я тоже залетаю на полдропчик, участвую в полпасике. И самое-самое главное, прямо сейчас на полдропчике происходит битва ютуберов. Помоги именно мне в ней победить, братанчик. Я тебя прошу, потому что мой кейсик самый окупаемый. Только, никому. Также снизу. Ты получишь промик на халявную голдишку, просто бесплатно, без вложений. Потом, братик, залетай, побеждай и участвуй. Все, а мы идем дальше. Ребята, смотри, я хочу... Смотри. Что посмотреть? Анетки горит! Анетки горит! Мама дорогая, стой, ничего не бросай, неинтересно. Да. Подожди, а что будет, если он догорит? Стой, ждем, я смотрю, фитиль, видишь? Он горит, ты, наверное, не видишь? Он прямо сейчас догорает, что произойдет с Анеткой, ребята, как вы думаете? А смотри, же самый интересный фитиль, он отдельно от бутылки, видите, тут есть небольшая щель, вот такая вот маленькая. Обалдеть. Анетка. Вау. Да, догорай, держи, я тоже буду держать, давай, держим, Анетка. Понимаешь, этот фитиль закончит гореть, когда закончит гореть наша с тобой любовь. Анетка, ждем. Давай. Оно догорело. Молик догорел, что? Вау! Ля, вот это... Быстро погас, я вообще не... Подожди, то есть ты его не бросал, он просто сам нет. Взял и закончился? Да, попробуй сам! Смотрите, как у Нетки зажигалка, смотрите! Он эти тупо огонек в руке! Это чё за дичь, Нетка? Анетка! Давай прямо сейчас бросим молик, вот так друг под друга. Сколько отнимется хп? Ты бросай под себя? Спасибо, да. Давай. Раз, два, три. У меня было 762. Просто я стою прям в центре молика. Было 762. И у меня отнялось 200 хп. У меня отнялось 250 хп. Обалдеть. Слышь, Анетка, а что будет, если мы бросим два молика и двоем на него встанем? Давай, ради интереса, попробуем. Давай, запомни. В одно место. Давай, вот прям, давай, бросай под себя. Раз, два, три. По молику. Брось. Простоим. А ну-ка. Посмотри, хп поднимается вдвое больше. Отходи, мы сейчас сольемся. Обалдеть. То есть получается, что если бросить два молика, будет отниматься двойной урон. Что? Я даже не знал. Вау. У нас же еще есть зажигательная смесь. Давай так, ты бери молик, я беру зажигательную смесь и проверим, у кого останется меньше хп. Раз, два, три. Бросай и становись в самый центр. Так, у меня уже 900 хп. У меня уже 800 хп. Так, сколько у тебя? 765. А у меня 757, получается, зажигательная смесь отнимает больше хп, чем молик. Я даже не знал. Вот это имба. А давай одновременно бросим, ты два молика, я две зажигательные смеси. Проверим, готово? Давай, раз. Да, бросай. Все, я бросил. Ой-ой-ой. Что? Я сейчас сольюсь. Что? Я даже не знал, что урон, оказывается, стакается. Так, Анетка, давай так. Я беру АВП и прям сейчас попробую посмотреть секретную анимацию. Мало ли у меня что-то выйдет.
Теперь Мах 10. Ничего себе, Анетки волына! Лера, Анетка, сколько тебе сантиметров? Ты чё? Ну, анимация зарядки вроде бы как самый дефолтная. Теперь просто смотри анимацию, осматриваем! Вам же хоры уже стреляет, уже надоело. Просто анимация смотрим, осматриваем. Ну, по авику вроде бы как дефолт. Давай, знаешь, что мы еще возьмем? Возьмем берецы. И ты, и я прям сейчас. Давай. Раз, два, три. Анимация смотра. Давай. Ой. Смотри. Имба! Слушай, я хочу посмотреть, как анимация на беретах смотрится со стороны. Вау, Анетка, ты что там крутишь? Молодая! Ля, ребята, я, Анетка, я тебя за это по попе шлепну. На! Шлеп! Ничего себе, сказал я себе! Слушай, ну анимация прям максимально красиво смотрится со стороны. Мне прям очень нравится. Так, давай посмотрим еще те скины, на которых есть прикольная анимация. Ты где? Смотрим анимации. Так. Ну, вроде бы как, ничего удивительного. Очень да? Дефолтная, очень дефолт. Хэштег Анетка дефолт. Сделайте пару выстрелов, Анетка. Я со стороны посмотрю. Чисто, как будто Анетка с какой-то пугалки. Куда ты руку ведешь? А ну еще раз. Бля, у тебя рука сквозь ногу проходит, не отвечаю. Как будто ты достаешь обойму с задницы, я тебе отвечаю. Ну а прямо сейчас, ребята, это все-таки видео связано с моликом, поэтому, Анетка, бросай два молика. Я хочу проверить миф, что молики тужатся дымом. Бросай, падай. Ой, оп. Смотри, погасло. А брось прям в дым. Анетка, брось прям в дым. Бросила? Да. Снимается хп, молики не горят. Просто, а ну-ка, я так сдалека брошу дым, интересно, что будет. Смотри. Не погасло! А, погасло. Лё, вот это имба. Короче, ребята, прямо в эту секунду. Прожмите за это видео лайкусик. Я надеюсь, оно было для вас полезным, интересным. И вы узнали многое, что интересное. С вами был ваш Кента ПК и Анетулечка в попе кокулечка. Ребят, кто придумал смешную рифму к слову Анетка, получает лично от меня халявный промик. Потом, ребят, пишите прямо сейчас в комментариях, сейчас смешное. Обязательно подпишитесь на мой канал, на канал Анетки, чтобы Анетка не говорила, Кент, у меня маленький актив. Напишите как можно больше хороших комментариев, на мой телео подпишитесь, потому что, ребята, вы сами знаете, какие сейчас происходят события, и вся инфа, все мои мысли, все мои инсайды от разработчиков именно в ней. Поэтому, мужики, с вами был ваш Кентуха и Анетка Бомжетка, всем удачи, всем пока.